корабли и капитаны, не ушедшие в нирвану, остаются в наших ярких детских снах. Остаются в наших ярких детских снах. Остаются в наших ярких детских. Я выпал отсюда, запчасти. Да, без этой запчасти сейчас очень сложно представить себе жизнь. А ведь когда-то не было и не только мобильных, но даже у кого-то и телефонов не было. И встречались, у нас была тусовка у Орленка на Алом поле, которую вот я был на похоронах Цоя в 90-м году здесь, как раз в Питере. После этого, значит, мы решили устроить поминки на 9 дней. И мои знакомые хиппи развешивали по проспекту Ленина, значит, объявление. И собралось столько народу там, значит, у магазина «Золотой ключик», это как раз, его сейчас нет как раз этого магазина, ну вот около публичной библиотеки. И меня напоили портвейном, поставили на камень, типа, ну, рассказывай, как Сыроежкина там в этом фильме «Электро...» Ну, рассказывай, значит, да. Да, и как бы, естественно, тогда же не было никаких информационных там ни порталов, ничего, то есть. И с тех пор вот как бы, потом шествие прошли до памятника Курчатова и решили не расставаться. Так появилась челябинская тусовка второй волны. Вот «Резиновый дедушка», там остальные группы, это постарше, которые, они особняком держались, был рок-клуб, ну вот, а мы уже как бы второй такой волны. Сейчас как бы продолжают играть и «Система», там, и «Диго Дива», и там «Диджей Боцман», если кто знает, как бы, «Диджей Катерпиллер», это все вот наша как бы такая тусовка. Сейчас нас чаще мы встречаемся только на весне студенческой, где-то в жюри сидим, то есть там вот такие уже как бы в законе. И также как вот...